Ух, сейчас должен прийти. Этот я должен ему отдать. Все, покрасил дельфина идеально. Здравствуйте. Вот и я. Здравствуйте. Прошел еще год. Да. Да. Что за мои? А вы последний, да? Простите, я не вовремя понимаю. Конечно, нет. Помните, да? Да, у меня все готово. Что вы пришли? Ну? А вы дерзкий. Меня зовут Жанна. Варяг! У вас сильная рука. Да, я такой. Пойдемте бухнем. Давайте, я вам скажу открыто и прямо, Жанна. Вы ходите со мной уже 2 года. И предлагаю вам, что... Давайте танцевать, как на сельской дискотеке. Встреча, просто тут уже 2 часа ждет человек. Я жду уже 9 месяцев. Я сразу сейчас мы все решим. Олег, ты знаешь, моя мама решила приехать и подарить тебе... Будь здоров. И ты будь здоров, красавица! Подожди на меня в клетке, мы с тобой поговорим. Услышал, что она сказала и пошутил немного. Я понял. Слушайте, извините, все готово. Все готово. Проходите, встречайте. Сейчас я вам принесу как раз... Нет, если вы хотите. А у тебя нет такого локона страсти на голове? А у меня есть. И у меня есть, Олег. Закрой клетку там снаружи. А, ты не имеешь бомбу сказать. Все нормально, сейчас готов. Я нашел вашего дельфина. Секунду. А вот он. Вот вас, красавица! Красный медведь! Посмотрите, какая красота! Смотрите, что он делает. Олег! Да. А вы знаете, почему мой брат обратился именно к вам?
Почему? Да потому что говорят, что месть дельфина — это самое страшное, что может быть. Нас пытались обмануть много раз. Нам подсовывали разных дельфинов. И все время, когда мы стирали краску... Вот, можно там аккуратно. Дрянь домой не пришел. Быстро, быстро ко мне.